Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Если бы не усилия российского правительства, то литр бензина сейчас стоил бы на 15 рублей больше, так что грех жаловаться. Об этом заявил представитель Министерства энергетики. Чиновники уверены, что демпферный механизм работает эффективно. Суть его в том, что при высоких экспортных ценах на автомобильное горючее государство компенсирует нефтяным компаниям часть убытков. При обратном раскладе производители перечисляют часть сверхприбыли в казну. Так почему же тогда топливо дорожает? Трасса 101. За 7 месяцев этого года автоинспекторы поймали на дорогах Кировской области более 3600 любителей глухой тонировки. Стражи порядка напоминают, что светопропускаемость лобового и передних боковых стекол авто не должна быть меньше 70%. В противном случае штраф 500 рублей. Также нарушителю грозит арест до 15 суток, если он не выполнит требования о демонтаже тонировочной пленки. Трасса 101. Льготного автокредитования не будет, по крайней мере, в ближайшем будущем. Минпромторг отказался от возобновления программы в августе, поскольку новые автомобили и без того неплохо покупаются. На нее было зарезервировано 5 миллиардов рублей. Напомню, что проект подразумевал 10% скидку при стоимости авто российского производства до 1,5 миллиона рублей. Трасса 101. Эксперты советуют не ждать, когда на панели приборов загорится лампочка уровня топлива, а заезжать на заправку тогда, когда в баке остается около четверти горючего. Иначе можно попасть на дорогостоящий ремонт. Дело в том, что при небольшом количестве бензина страдает бензонасос, он перегревается. Кроме того, при горящем индикаторе автомобиль становится менее управляемым, поэтому риск попасть в аварию возрастает. Трасса 101. В Иркутской области задержали криминальный дуэт, который обворовывал фуры прямо на ходу. Машины преступников, кстати, это отец и сын, были доработаны для того, чтобы можно было совершать мягкую стыковку с задней частью грузовика. Последний раз злоумышленники украли из фуры компьютеры и бытовую технику на сумму более 1 миллиона рублей. А раньше им попадалась куда более интересная добыча – оружие. За это мужчины отсидели по 5 лет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.